Подразделения Армавирского пожарно-спасательного гарнизона отработали действия в случае пожара в реабилитационном центре для лиц с умственной отсталостью, который расположен в хуторе Красная Поляна. В учениях задействовали 50 человек и 15 единиц техники сил МЧС, и 15 человек и 5 единиц техники сил РСЧС. Сегодня у нас проводились контрольно-проверочные пожарно-тактические учения, проводимые в рамках проверки, комплексной проверки Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю первого пожароспасательного отряда, дислоцируемого на территории города Армавира. Задача контрольно-проверочных учений основной являлась выработка навыков руководящего состава по организации и руковождению тушения пожаров на объектах, социально значимых объектах, с ночным пребыванием людей, с массовым пребыванием людей. По легенде, в спальне на третьем этаже реабилитационного центра загорелся электроприбор. Персонал пытался потушить пламя первичными средствами и успел эвакуировать практически всех больных. Двоих человек предстояло вывести пожарным. Для спасения пострадавших задействовали коленчатый подъемник и автолестницу. В задачу спасателей входили разведка пожара, поиск людей в задымленном здании и бесперебойная подача воды с помощью наружного водоснабжения. В результате подразделениям удалось локализовать и ликвидировать пожар на площади в 70 квадратных метров. Сложность тушения пожаров на подобных объектах обусловлена большим привлечением количества личного состава с целью создания звеньев газодымозащитной службы, сложностью планировки, что создает определенные трудности при проведении поисково-спасательных работ на подобных объектах. Личный состав с поставленными задачами справился. В ходе учений также отработали действия сотрудников реабилитационного центра в основном четырехэтажном корпусе, на территории и сопутствующих объектах. Кроме персонала в учреждении ежедневно находятся от 550 до 650 человек, которых провели по путям эвакуации. Инна Лепеткина, Евгений Холманских, служба информации телеканала 360 «Армавир».